Где-то я тебя уже видел. А вот эти все профи, знаешь. Ладно, давай. Город-герой Анапа, правильно? Да. Да. Мы к ним, а они к нам. Вот так и загораем. Правильно, это не по фэншую, да. Да, называется «сделай сам», да. Мне уже заранее страшно. Сейчас как дунет. Она такая, смотри, особо подходила, сама не есть, да? Андрей, как ты думаешь, почему все стекла на болтах? Ну да, я сейчас здесь постановлю. Только один вариант. Для красоты, да. Что, не вырвалось мясо, да? В том году, но... Сейчас, ребята, все лишнее. Вынул? А, давай. Аптечка, не тушите. Набор автомобилиста, да? Одноразовый стаканчик из бардачка, да, обязательно. Команда Sound Drive. Да, я бы просил первый это сделать пол шага назад, чтобы не сдуло в момент звучания. Слушай, там смотри, внутри стоящий, это самое, как он называется, на медведя. Капкан на медведе стоит, да.
Сейчас закручивание. Очень удобное устройство. Я понял, да. А ты присягиваешь, чтобы она не уехала, я понял. Не улетела. Не улетела. А может быть они ее будут поднимать? Поднимать? Она сама поднимет сейчас. Она, знаешь, я понял, раньше в Америке было так модно, знаешь, могли сделать, чтобы они во время езды подпрыгивали. Они сейчас есть. Они сейчас есть, да, они очень сейчас популярны. Это, наверное, то же самое. В момент исполнения музыки она будет подпрыгивать. Я понял. Ты же все интересно же прослушал. Там нет никакой музыки. Да? Там есть сигнал. А ты думал, там включат белые розы? Ага. И мы все будем слушать? Наверное. Нет, все хитрее. Ну да. Не, на самом деле все, блин, по-взрослому. Снимай его. Блин, какая стяжка идет. Это такой, знаешь, маленький переносной магнитофончик, я понял. То есть приехал на природу, привез его с собой, забил. И рыбу собирай потом. И рыбу собирай, хорошо? Краску сварай. Никакого динамита не нужно. Народ находится в напряжении. Можно чуть двинуться наша машина? Ну вот, друзья, момент истины. Да. Техника не выдержала, что ли, по-моему? Она задумалась на самом деле. Пора менять технику. Похоже, аппарат сдох. В смысле, не тот, который звучал, а тот, который проверял. Он не выдержал такого испытания. Зеленский от нас два раза. Луганск то же самое было. На обоих попытках аппарат, аудиоконтрол включен. Да, через 15 минут. Нормально. Пока аккумулятор восстанавливается. У нас маленькая музыкальная пауза, так понимаю, да, уважаемые члены жюри, да? У нас, знаете, друзья мои, выглянуло солнце, и у нас идет накапливание энергии. И, соответственно, пока у нас это происходит, нужно потанцевать, так понимаю, да, или подвигаться, или послушать. Говори, говори. Я в шоке вообще, я возмущен. Что это за дела вообще, а? Что за движение, а? Аппаратуру надо новую ставить. По-любому, да. Это вообще БУ, БУ. Опять лажа. Традиция, а ясно. Жопа! Просто жопа!
Погнали! 3, 2, 1! Пошла вода в фар, вот! Сколько там? Хватит вода! Нет! Бля! Сколько? 7, 6, 5, 4! Шамир окончил, сюда. О, как он это сказал? Время сколько прошло? Дружище, тебя слышно там через микрофон. Ты думаешь, не слышишь? Там микрофон слышишь, ты там базаришь. Вот, для тебя микрофон. Бей! Давай, раскачаем электродвиг. Да давай еще раз, быстрее. Все равно никто не передует, где аплодисменты, я не вижу. Ну что ж, я не боюсь этого слова, гвоздь сегодняшней программы у нас появился, точнее болт, я бы сказал, болт по количеству, да, вкрученных их, в общем-то, в машину. Ребята, что за машина у вас? Все, кто... Все, кто до этого не видел, как происходит приготовление, друзья мои, я просто рекомендую посмотреть, это целое таинство. С ремнями безопасности. Да, с ремнями безопасности, да. На пальчиковых батарейках работать она не будет, конечно. Да, это точно. Даже на аккумуляторах не сможет на пальчиковых. Где музыка? Ну как где? Мы сейчас будет. В напряжении. Напряженный момент, все затихло. Не зачем про бумер. Не, он должен работать. Руль. Космос, я делаю. Кресло. Ай, руль. Давай, что там? Давай ты что-нибудь покажи, брат. Мне очень нравится, когда начинают перетягивать ее ремнем. У меня был старый магнитофон Легия. Да, когда резинка перетягивалась. А еще 323 электроника, вспомним. Там бинтовушку так берешь и обматываешь, она вечная вообще. Ну да. А еще для пасеков можно использовать специальную резинку, да? Я даже знаю, откуда мы ее брали. Точно. Она никогда не порвется, да, и не растянется. Нет, это уже, конечно, другой век. Народное творчество, да. Это другой век, это не электроника. 323, это саунд-драйв. Диск. Все там открутили прелью. Вот этот самый интересный процесс, да. Это шпионы, шпионские камеры снимают. Да, все. Все. Самое главное спрятали. С другой стороны. Но все равно. Народ самое главное же прикрыл телом своим. Чтобы спереди погладить, надо сзади подлезать. Вы, наверное, тоже филателией занимались, да. Филателией занимались, да, я понял, да. Кубинские жмарочки. Не, а из этой же серии есть вонючий красный, для девочек опасный, да? Мотоцикл Ява, да. Что, все там, все нормально, прибор стоит?
Я смотрю, тут все пионеры. Ну, такой обижаешься. Я еще одну вспомнил, я не решаюсь. Да? Слух. Да? Даже несколько. Про велосипед нет? Про велосипед не интересно. Ну, хороший, нормальный. На велосипедике вдвоем, да? Ну, почти, да. Все мы родом из детства, из СССР. Ни разу его не видел. Их много таких разных, да. А помнишь в этот фильм? Желтые штаны, два раза кул. А тут желтый ремень. Пинзадза. Надо не забыть убрать Миллер. Не, вот это меня поразило, честно говоря. Готов, как Гагарин и Титов. Да. Только бутылочку, наверное, возьмите с крыши. Да. Озвучь мне, хорошо? Глюка не будет. Озвучь мне вопрос. Не будет глюка? Покажите отчет, пожалуйста. Можно. Отчет не видно. Уже можно? Да, уже можно. Можно, конечно. Можно, да? Да. Сколько? 168. Глюка не было. Это не нонсенс, Саша, это подтверждение. Трошный результат был, я имею в виду, первая попытка 159,9. 168. Отлично. 168. Где протокол? Хорошо. Протокол дан. Протокол, самое главное. Очаровательная девушка, дайте протокол. Как Бог. Не, а девушка знает, что такое протокол? Точно? А то же бывает, что не угадает с первого раза. А девушка офицер милиции, она знает, что такое протокол. Тем более. О, сотрудник суда серьезно, да. Друзья мои, напоминаем всем, кто прошел второй тур. Обязательно нужно с протоколом пройти в палаточку жюри, чтобы там подтвердить свои результаты, чтобы вы действительно приняли участие. Да нахуй! Давай заберем, братан! Итак, Ultimate, категория профессионалов, от 1 до 360 квадратных дециметров. Второе место — Самохин Андрей, автомобиль АК. Первое место — ВАЗ-2111 и команда Sound Drive. Да, да, очень достойный, самый лучший результат на площадке. Наконец, в категории Ultimate 361-720 квадратных дециметров автомобиль Chevrolet Niva, Ибрагимов Роман Фикретович. Давай, брат! Приятно, да? Приятно. А теперь, господа участники, победители и судьи, прошу всех подняться на сцену со своими кубками, призами и подарками. Мы сделаем памятное фото. Спасибо всем. С кубками, друзья мои, подходите сюда, поднимайтесь, занимайте места.
Это давление хочется, да, кто-то пониже, кто-то повыше. В добавление всему вышесказанному хочется добавить огромное спасибо за создание эмоциональной поддержки команде «Тамбова», а также замечательной сборной команде «Ростову», «Анапа» и еще там кому-то. Замечательным ребятам, эти команды создавали настроение в течение всего дня, и аплодисменты. Громче ладошки вверх все! Выше! Давайте поаплодируем нашим чемпионам, они этого заслужили! Громче, громче, все вместе, ладошки! А там, ну штук 50, наверное, долларов зелени. Представляете? 50 тысяч долларов. И фотография. Я так сразу смешно думаю, это, наверное, заказ. Точно, он такой говорит, оба-на, и заказ подогнали. Я без работы уже 3 месяца сижу. Спасибо, братаны. Тут же тост за это дело. А потом один говорит там, давайте все пройдемте вниз, в подвал. У нас есть сюрприз для именинника, значит. Ну, спускаемся в подвал, все, открывают двери.